Всем привет, дорогие друзья. Там прошлая игра чуть глюканула. И большая часть, основная часть не записалась. Я даже не понял, что произошло. У меня появился этот гранатомет. Я сам не понял, как я попал на новую карту. Короче, сейчас даже не знаю, куда идти. Help! Очень обидно, конечно, что не записалась большая часть видео. Сейчас находимся на втором уровне. Help! Нам нужна ключ-карта. Передвинуть пирамиду. Help! Let me out! Ну, чё, ты можешь идти, иди отсюда. Help, help. Так, что с патронами? Let me out, let me out. А, теперь мне максималка. Короче, что-то произошло. Я взял какой-то подсумок, и теперь я могу носить больше патронов, чем help, help. Носил до этого. Help, help. Появилось help. Вот это бах какой-то, вот оружия нету, help. Да, а патроны показывают. Help. Видимо... Let me out. Это ладно, пойдут эти пидоры меня будут заёбывать. Help. А я их могу уже захерить. Ладно, это не гуманно. Help. Help. Но я что-то по чесноку не буду играть гранатомётом. Блин, мне это не нравится, когда дают очень много help. Боеприпасов. Help. А, видимо, подсумок только help. На этот. Let me out. Help. Подсумок help. Только на дробовик. Так, ага. Help. Так. А это обычные строги. Так, чё они тут? Help, help. Какая-то херня вылезла. О, блин. Help. О, блядь. А, они походу друг друга херят, что-то ну-ка. Help. Зайдем посмотрим. Мы пойдем патрончики подберем. Help. Ну. Help. Ах ты ж. Не, нифига. Help. Ты что на месте бегает? Let me out. Потратил только help. Патроны. Секрет будет читаться или нет? Видимо, нет. Так. А, подожди, я сюда как запрыгнуть-то? Это что такое? Let me out. Help. Help. Let me out. Мне надоели эти попрошайки. Угу. Стрельни себе. Сука. Пролетите, и мне гранатами меня покидал. Так. Вы не видели, до этого тут новый юнит был. Какой-то паук. Очень тяжко было его уничтожить. Ты, сука. Просто... Сейчас от обычного этого сдохну. Строгого. Я даже дороги обратно не помню, как мне попасть в ту пирамидку. Так, а где эти были аптечки? Help. Где аптечки? А, блин. Ага, все есть. Опять какой-то черт бегает. А где он? А, ты вот. А, ты... Это похоже на собаку больше.
Что-то мне тут не нравится, по-моему, сейчас какая-то заварушка будет. Да, мне не хочу туда идти. Сука. Ну что, не надо было сюда на нас спускаться? Я думаю, не надо было. А, это собака, сука, сутулая. Эти собаки сутулые. Ладно, прыгаем в водичку. Давай под воду, под воду, под воду. Так, вот эту штуку берем, она что-то там дает. Какой-то ништяк, но я не знаю какой. Давай, власть. Да, ЗБС. Шесть здоровья, да, БС. Сука, ёбаные собаки. Нахер я сюда прыгал? Пиздец. Я думал, тут лестница есть. А наша лестница в небо оказалась расшатанной стремянкой. Сука, пылит, да? Прикольно. И как мне отсюда выбраться? Охеренчик. Ну и чё дальше? Ага, так. А для отсюда выбраться можно как-то, знаете, если есть броник. Так. Я не понял, как он? Он поднялся. А, вот лестница. Так, ага. Вон оно чё. Одно здоровье. Вот эти собаки лазером херячат, вообще здоровье в них улетает. Толки херячу, ему все равно. Вот это новости. Смотрите. Это бред просто, бред. Я еще не видел. Где-то еще этот падла лазит. Oh,
возможно, блин, я его... Роги мне убьют, так парадокс. Люблю парадокс. Так, а что тут за бочки? Спил. Вот тут какой-то подвал. Надеюсь, там будет винчик. Картошки хотя бы набрать. Цены взлетели на все, пиздец. И чё, куда я пришел? И чё это такое? Вот эта херня. О, не, надо сюда уходить. У меня тут шансов нет вообще. Ещё кто-то так дышит. Неровно ко мне. Дадите мне кто-нибудь аптечку, а? Кто-нибудь. Так, а я сюда пришел, да? Ага. Блин, неужели ничего нету в загашнике? Подожди, а эта дверь куда идет? А, все, понял. Это, видимо, там, где я спрыгнул. Да. О, аптечка. Пойду-ка я вернусь назад, может там что-то есть? Я проходил, я не помню. Потому что мне 46 жизней, меня сейчас захерячат. Help. Can you help? Так, а откуда я пришел? Откуда я родом? Let me out. Все. Let me out. Let me out. Так, а как я поднимался-то? Help, help. Как я поднимался, сука? Сейчас просто спрыгну и... Let me out, help, let me out. Я на лифте поднимался, верно? О, вот, что-то щелкнуло. Ага. Help. Давай, поехали. Help, help. Let me out. Let me out. Во. Let me out. 66, но все равно мало, надо идти дальше. Help. Сейчас там респаунятся по-любому какие-нибудь твари. Но не фантастические. Я помню, что здесь будет какой-то черт потом. Давай, поехали. Включите лифт. Придется ждать лифтера. Ладно, хер с ним. Все равно, возможно, кусок видео опять не запишется. Поэтому... Я сиську чесал. Сейчас. Какой такой резкий звук. Let me out. Потом вот эта железная ебанина, которая ходила... Потом, под конец игры, там каждый Help. Второй такой враг будет. Еще паук был. Жаль. Вы не услышали Help. Мои эмоции. Я тогда был более эмоционален. Когда его проходил, а сейчас как-то... Ну, просто нет настроения. Да вообще записываю видосы, там... Наверное, один из последних, может быть. Возможно, на днях забанят YouTube, так что. Избавлю вас от мучений. Смотрите это видео. Эти видео. Ах ты ж. Блин, вот я тоже побежал. О, все понятно. Отдыхаю. Сейчас он будет меня ракеты терять, смотри. Ну, давай. А, у меня пинг высокий.
Не знаю, застали ли в той части ту ебанину. Жестянку. Он еще так дышит, но не он так. Сейчас будет отстреливаться. А что он перезаряжает просто? Патроны закончили. Ему даже на меня насрать вообще. Какой-то дурачок из сводного пистолета стреляет. Все-таки решил у меня чуть-чуть подать его. Чем он стреляет? Что не увидел. А он лазером сейчас. Бластером, то есть. Вот и сказочки конец. Что это, три раза что-то можно, да? Ну давай посмотрим, что это такое вообще. Help. Let me out. А, прикольно, сейчас хотя бы мне 101 здоровье. И вот три раза мы можем использовать, да, такую? Help. Прикольно, кстати. Сейчас попытка номер два. По идее, там сейчас он один будет и... О, а что это такое, кстати? Хрень, откуда она у меня появилась? У меня же сейчас не было ее. Охренеть, что происходит? А, видимо, я на этом уровне где-то должен был их собрать. И они появились у меня. Ну-ка. Сейчас мы... Сейчас мы его загасим. Ничего себе, я не знал, что на этом уровне их уже где-то можно собрать. Блять. Это как обычно. Блин, ты что? Где эта херня? Все, мудак, отдыхай. Вот так новости, да? А, у меня 50 брони. А что, не сотка должна быть? Какую-то кнопку нажимаю. И что нам дает? А что она дает? А что она опять красным горит? Ни хрена ничего не пойму так. Два входа, да? Так, этот дурачок бегает. Так. Это со звуком пинг какой-то вообще. Ну-ка, нажми на взламывай. Да я знаю, это глупо тратить базуку на самых слабых врагов, но мне как-то уже пофиг. Так, я взял красный ключ. Нахер он мне нужен? Мне от пирамиды нужен был. Ух, как я хреново играю, что эти пушки просрал где-то, а? Поэтому мне фигачили все это время. Так.
Блин, о, хорошо, что он с этими был. С автоматом в руке, а не с гранатами. Так, тут по-любому сейчас какая-то ловушка будет. Какой-нибудь хер вылезет отсюда. Я это чувствую. Что это такое? Что мне дал он? Здоровье? Или что? Да мне теперь обратно топать. Ой, мля. О, сейчас на обратном пути все зареспаунятся. Почему это не берет странно? Всякая нечисть сейчас зареспаунится. А тут вообще аккуратно-аккуратно надо. А тут по-любому сейчас какая-то тварь летать будет. О, я ж угадал. Ага, сасамба. Мне уже чуйка. Точнее, не чуйка, а как сказать. Ну, по идее, если бы я был разрабом, добавлял бы на этом месте летающих тварей. Тут бы сейчас кого-нибудь добавил. Let me out. Let me out. А тут их нету. Help. Help. Help, help, let me out. Help. Ну да. О, вот это мне встреча. Ой, блин, тупорылые сейчас. Локация интересная. Да. Прикольно. Прикольно. На самом деле нет. Нет. Я не хочу сохранить. Ага, да, спасибо. Не обязательно его бить. А? Может, мне ничего плохого здесь сделать. Бесит. А если мы сейчас ему... О, точно, ля, чё я туплю? Мы ему сейчас вот так вот сделаем. Теперь лифт поднимется. О, блин, неужели заработал? Каким чудом. Конечно, здоровья маловато. Вот это вот хреново. Так. Ага, придется сейчас сюда прыгать, не? Подожди, что там, я не помню. Так, ну я тут был, видос не записался, я тут был. О! Там тупик. Опа-на! А как я тут оказался? Как это? А, блин, я тут был. Пипец, как я так мог упасть, а? Охренеть, сейчас не идти. Бред просто. Вот это бред. Посмотрел, блин. Потому что это птички были, может пособирать что-нибудь. Чё? А чё не открывает?
че, походу, что ли, все? Без. Кузя? Ты что тут делаешь, Кузя? Вот то, что здесь Кузя появился, мне это не нравится. Так. А, о, все. Больно. Ой, здоровье подобрал. А, по башке получил. Так, а чё там? Ничего не пойму все равно. А, подожди. Мне, наверное, надо идти по низу. Сейчас посмотрим, куда нас эта дверь приведет-то. Теперь не смотреть, что там у нас под мостом. О, что это такое? А что здесь было? Я не помню. Понятно, короче. Просто бесполезная трата времени. Кузя появился. Что он там Кузя делал-то? Кичинес искал. Так, а я... пришел отсюда или нет? Давай, все, отпускай. Давай, отпускай меня. Сейчас эти Кузи опять будут. Нет, не будут. Подожди, что за бред? Туда закрыто. А что, сюда возвращаться, что ли? Не понимаю. Нет, значит прямо. Да? Прямо, правда, прямо. Как все запутано. Кто-нибудь карту хотя бы нарисовал. О, аптечка еще. Класс. А ну вот так, все, сейчас мне вниз идти. Аллилуйя! Неужели все, уровень пройден? Всем спасибо за внимание. Раковал как мог. Ну чё, народ, погнали нахуй? Он не хочет прыгать. О, а что это такое здесь? Да идите вы в дупу. Все, патроны кончились. Да ты нашел, конечно, что брать с одним патроном базуку. Мегамозг просто. А я думал, все, следующий уровень будет. Нихера. Ну сейчас, наверное... А, сейчас босс, наверное, какой-то должен быть. Стоп-рот. Вот аптечки валяются. По-любому сейчас какая-то заварушка будет. А если я хочу выпрыгнуть? А я могу вот сюда? А, все, хрен, да? Ну да. Не, скорее всего, наверное, все, да? Ничего здесь толкового нет уже. Твердые знаки нарисованы. Все, выход, неужели, аллилуйя. Все, я вспомнил. Тут сейчас такая локация будет. Сейчас этих тварей убью.
Короче, меня сейчас отбросило 2006 год где-то. Не, не шестой, а четвертый. Ладно. 2005 год. Я вот как раз на этом уровне был. И мы поехали с присяги. Помню, холод был собачий, такой, как сейчас примерно. В это же время где-то. Ну, мы в феврале приехали, в конце февраля, сейчас начало марта. Попросили деда остаться. За это время там цветы поливать, такое, в общем. Ухаживать за домом. Он в итоге просто бухал. Бухал все это время. Ему на все было похуй. Да ну что это бред такой, ля, посмотри. Пиздец. И тут сейчас будет босс. Я его не мог пройти. Вот эти штуки, кстати, у нас мертвые убивают сразу. А, не... Ну, короче, на деда наорали, и он пошел домой. И я сразу же включил PlayStation. И помню... Понятно. И помню, долго мучился с этим уровнем. Перепрыгнуть, оказывается. Так, что тут у нас по оружке? Угу. А что он не показывает? А что это пропало-то? Ладно, хер с ним. Ладно, все равно есть две жизни. Ты чё? Видимо, да, лаги пошли уже, все. Стреляю по ним, а им вообще нафиг. Он урон не срался. Вот это мне не нравится уже. Так, красные лазеры я перепутал, то они насмерть сразу убивают. Так, а как мне играть тут? Пипец. Сейчас столько хп-хи потрачу просто. Просто от своего тупизма. Вот тут есть мне смысл здесь бежать? Так, надо понять, как она... Ага. То есть мне надо туда бежать. Так. Побежали за ней. О, ничего себе, ни хрена себе. Так. Тут уже сейчас посложнее. А что там, кстати, есть понт у этого брать? Так, а тут... Ой, а что здесь? Согласен. Сука! А, 150 сейчас максимум. А, тут два лифта, короче. И мне оба они не нравятся. Сейчас еще один будет, да, по-моему, их два. Вот суки. Они будут сейчас прижимать.
Ага, стрельни мне. Ладно, не буду. Ах ты ж, сучёныш. Либо он ракеты свои не включил. А, 52 хп. Ага, так. Они меня окружают. А, стой, а что тут? О, кайф. Они сюда зайдут? Они тут поместятся вообще? И по идее не должны заходить, они что тупые. А реально он зайдет? Если зайдет, то все. Мене пиздец. А, он не может зайти. Видимо, тут у него на стена стоит. Бля, его вблизи херячу. Сейчас вот эта херня вылезет. По-моему, типа танка. Мне срочно нужно где-то искать аптеки. Я говорю, тут сейчас под конец игры они будут вместо строгов бегать. Ага, сейчас походу этим... Да. Ракетами. А, я понял, короче, все, до меня дошло. На каждой дистанции у него определенное оружие. На дальней он ракетами стреляет. На ближней с автомата и на средней с этого бластера. О, все. Вы слышите это? Охренеть. Это я, кстати, ничего не делаю, ничего не нажимаю. Мне самого сейчас так крутило, вертело. Чё ж там за херня вылезла, ну-ка. Так одним глазком, я всего лишь этим глазком хочу посмотреть. А где она? Это он стоит, я ничего не пойму. Блин, а как мне мне надо ныкаться? Да. Если так вот по нему стрелять. Ага. Ух! Вон аптеку надо срочно брать, блин. Тут еще что должны какие-то ништяки быть. О, да, блин. Нет шансов просто. Только ждать, когда он разворачивается. И тогда что-то делать. А по ком ты стреляешь? По воробьям? О, аптечка появилась. Блин. Ну она и была, наверное, просто не видел. Сука. Тупое управление сейчас немножко подбешивает. Это прям как какой-то триллер. Когда жизнь главного героя на волоске. Да. Так, он сейчас... Можно было туда залезть просто, блин. Вот это точно не... Блядь. А, ни хрена себе, вот это он зарядил. Ты чё, дядя? Ты же себя угробишь. Сука. О. Может, он так чуть-чуть ступанет? Да, он не понимает, что происходит. Какой-то он нервный. Давай один заряд ударим, чувак. И что, я по себе, что ли, херячу? Я уже понять не могу. Блин, обидно, гля, я уже столько у него патронов всадил. Реально очень будет обидно, блин. А эти тоже. А он сам себя, да?
Хотя бы он сам себя захерячил. Да, он сдох. Или это не он? Подожди, подожди. Где он есть? Или это он был? Это он, значит? Нет, это не он. Он, видимо, сам себя разорвал. Сам себя разорвал. Так с него ключ должен, да, выпадать? А, нет, тут есть отверстие. А, меня больше не опустят, я понял. А что, еще будет что-нибудь? Не, ничего больше не будет. Ну, пипец. И за что я воевал? За что я воевал, а? Я хочу обратно. Ну, надеюсь, это будет концовка уровня. Нет, нет. Так, а кто там еще у нас? Балуется. Ага, вон он. Блин, у него граната взорвалась, ему как ни в чем не бывало. Буду тренироваться как раз. Да, буду с гранатами тренироваться на строгах. Неужели? Ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой. Он подорвался? Нет. Он не подорвался. А сейчас? Он подорвался. Так, с ним что-то там высыпалось. Ого. Какой-нибудь урод по-любому поедет. Ну да, они ж такие. Давайте сюда запустим гранату. Опа. Я гранатки вообще не тратил. О, прикольно. Еще одну так. Ну прикольно так дышат. Ну не прикольно в смысле. Хорошо, что они так дышат и выдают себе. Это что такое? Ага. Ну да, проверим. Что граната тут, мне кажется, о, я же сказал, они без фан тут вообще. Ну и где вот, вот где он стрелял? А вон. Ну что, получилось? Дома протекает. Ну, я ж тебе говорил, просто деньги потратил. Резинку надо тратить. Блять, ну глянь! Чё? А если на диван? Да что опять? Вон, смотри. Ладно. Игры закончились. Да, мне правда 25 хп. И... А где они? А, подожди, он вон он. Так будут бронестекло. А, наверное, на эту что-то сейчас нажимаешь, да? Нет. Не люблю эти ребусы. А-а-а. Я понял. Так, и теперь надо по этой штучке стрелять. Да? Ой, блин. А шо оно делает так?
Сейчас зря это делаю, не знаю. Ладно, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видос запишется до конца, потому что это меня сильно нервирует и расстраивает. Всем всего доброго, до скорой встречи.